Всем привет! Сегодня 1 мая. Вот решил поснимать птичек. Нашел наконец-то вот синему самцу самочку. Взял ее у той же женщины, у которой брал самца. Ну все, подружились, нашли невесту нормальную, вон он уже там все приготовил, вот такая красавица у него, посмотрим, что получится, она в этот хочет домик, он тоже свободный. Теперь они быстро подружились. Посмотрим, что у них получится. Желтенькие вылетели. Сегодня будем смотреть птенцов. Неделю назад смотрел. Подросли, не подросли. Сейчас глянем. Набрал одуванчиков. Все, тут налетели сразу. На вкусняшку эту. Ни корм, ничего не надо. Вот все есть. Самое лучшее надо. Одуванчик подавай. Ну его много. Сейчас нарву и на зиму наберу потом. Ну еще рано, конечно, осень. Забрали у меня моих зеленых. Тут вот остались, которых я брал у других людей. Чтоб своим подобрать. Моих забрали всех, короче. Один остался. Вот этот, наверное. И желтенькие остались. Сейчас там 4 птенца должны. Наверное, через недельки полторы вылететь. Этот оклемался у меня. Самец. Трескают лось. Привезли мне чимезу. Вот. Ну, 1800 рублей плюс доставка. 1000 рублей, в общем. Такие колосочки. Вот. Килограмм или сколько. Вот такой здоровый пакет. Но мне кажется, все равно дешевле получается, чем в зоомагазине покупать это. На улице у нас сегодня пасмурно. Такая погода, снег вроде растаял. Вчера лежал вот у соседа, там водичка еще. Положил солому, вот. Думаю, синий буду таскать. Но он уже пока один жил, он там. Надеюсь, все уже построил. Прошла неделя. Вот уже подрастают. Такие желтенькие красавцы. На хвостиком подвигает. Все, скоро свадьба у них будет. На хвостиком начал она прыгать. Все, пошел там занимать место. Посмотрим, что у них получится. Все, теперь у меня здесь все по парам. А то один он, бедолага, был. Одинокий.
Сейчас все по парам. Получается у меня тут 2-4 пары. У одних птенцы у желтых, у красноголовых пары яйца там. Скоро должны тоже вылупиться, наверное, 9 мая где-то ориентировочно. Вот эта вот пара еще не отложилась, но тоже сформировалась. Вроде они тоже поют, прыгают. И вот синенькие. Посмотрим, что у них получится. Желтый сейчас докормят птенцов, я их буду рассаживать. Все пусть отдыхают. Вон синий там копошится. Хорошая пара, такие спокойненькие, красивые. Довез самочку, все без стресса. Один день она у меня посидела отдельно, поставил рядом клетку с вольерой. Где-то самец к ней рвался, я думал, он тут все перегрызет прям. Рядом садился, долбал все. Потом пустил к ней, ушел на работу, прихожу, смотрю, они уже друг с другом там поженились. Ну, тут малышня растет все. Сейчас поменьше их стало сразу. 5 штук у меня забрали. Поехали они в Амурскую. Куда-то область что. В общем, 4 дня будет ехать. Завтра должны доехать. Позвонит, там напишет, скажет, приехали, нет. Ну, как треску подорожник. Сегодня буду делать еще клетку. Здесь желтеньких я уже примерно знаю, кто самец, буду отсаживать. Самцов от самок отделять. Они уже растут на глазах, сейчас еще это не надо, что в таком раннем возрасте они там справались еще. Ну, самочка уже солому там приглядела. Что мне займ понравилось. Гоняет от самки всех. Не подпускает близко, на километр. Там по желтенький пошел кормить. Самцов. Пища. Пища. Неделю туда не лазил. Посмотрим. Самец не на шаг от меня. Красноголовая пара там
Я вроде самку я брал, синегенную тогда. Посмотрим, что у них получится. Желтый гоняет. Не пускает его к себе. Мышочки все спустились. Все уже все повытирали эти, какую чинезу подвязал, уже все выбрали. Все на полу уже. Ну, этих держится еще. Все, тут у всех интерес появился. Домики всем надо. Ну все, сейчас посмотрим это птенцов тогда.